внутри объекта, на которого навешено вот больше значений, чем на глаза и взгляд. Да, даже на купюре доллара вы тоже видите глаз, например. Ну, всем известно, что глаза – метафора души. Также я, наверное, напомню, да, что во многих языках, например, ты видишь или ты понимаешь это одно и то же, в этом смысле взгляд – это всегда метафора некого знания, понимания, да, он очень важный сигнал. Но, например, вот для меня глаза – это, ну, мне всегда это приятно видеть, потому что они мне напоминают о людях или о друзьях, которых я тоже знала. И в этом смысле мне приятно их видеть отовсюду, вот, с пола, с толка, ну, как-то все. Ну, и там еще на магическое письмо.